Так, народ, короче, тема такая. Наш друг Шериф Эвакуатор разыгрывает настоящий Эвик. Не какую-то там парашу с китайской, корейскую, а настоящий японский Эволюшн. Это семерка. Посмотрите, на тормозах кока-кольных. На 4G63, 300 сил, ручная коробка. Все вообще как ключи. В домах валит просто адски. Даже сиденья, кстати, в оригинале такие Recaro Speed ставились на эти машины. В общем, офигенный Evolution. Я тоже решил поучаствовать. Всего 1000 рублей стоит билетик. Вот у меня теперь он есть. Так что посмотрим. Может быть, выиграю. Я тут что подумал? А может быть, Стримчанского замутить? То получается, я вернулся в Питер. У меня есть много новостей, много чего рассказать. Но не сегодня, а завтра. Что вы думаете?